Генеральный спонсор программы – молочный завод «Атикс». Только натуральная и только свежая продукция. Добрый вечер. В эфире передача «Ужин со сливками». Сегодня у нас в гостях замечательный, известнейший актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Долинский. Владимир Абрамович Долинский – коренной москвич, выпускник театрального училища имени Щукина, актер, признание к которому пришло уже в зрелые годы. Пан Пепечка в «Кабачке 13 стульев», палач в «Обыкновенном чуде», пастор в том самом Мюнхгаузене. Владимир Долинский сейчас едва ли не самый востребованный российский киноактер, к тому же автор книги и популярный ведущий нескольких кулинарных программ. На эту роль его выбрали не потому, что он хорошо готовит, а потому, что вкусно ест. Здрасте, мои дорогие. Вот этим приветствием я много-много лет начинал свою передачу, Андрюш, ты помнишь, «Лакомый кусочек» на третьем канале центрального телевидения на ТВЦ. Обожал эту передачу, но пришлось уйти. Меня стали считать общероссийским поваром. Меня милиционер останавливает на гаишном. Ой, здорово. Скажи, ты какой рис туда кладешь, отварной или сырой? Я говорю, конечно, сырой. Ну, это моя дура отварной кладет. Ну, давай аккуратней дальше, понимаете? Просто они относились ко мне. Я все-таки актер, мне еще хочется поиграть серьезные роли. И у меня есть ряд самых любимых блюд. И одно из них, оно непосредственно, Андрюш, касается волжских просторов. У вас на Волге готовят это замечательное блюдо, которое называется уха на сковородке. Так, ну сегодня, Андрюш, я буду здесь за шеф-повара, а ты у меня будешь поваренок. Так, значит, с чего мы начинаем? В первую очередь на маленький огонечек давайте возьмем и поставим сковородочку. Включай плиту, а я займусь непосредственно вот этим замечательным продуктом. Тебе ли не быть с ним знакомым? А? Да. Узнаешь? Узнаю. А хочешь попробовать, да? Не дам, я сам попробую. Это не масло, это божий дар. Так, я беру приблизительно 3 пакета масла и кладу на сковородочку. Андрей поставил, сделал маленький огонек, она потихонечку разогревается, а маслица оседает, так плавится, как снежная баба на солнце. Андрюш, если посчитать, сколько картошек я почистил за время проведения этой своей передачи, да, если у меня было где-то 150 передач, в каждой было по 3 блюда, это значит, это трудно пересчитать, сколько я загубил продуктов. Но самое интересное было у меня на передаче, знаешь что? То, что приходили в конце передачи все, весь офис, бухгалтерия, охранники, они как жадные псы стояли уже, когда будет готово блюдо. Потом я пробовал, садился, выпивал рюмашечку водки, в кадре закусывал и прощался со зрителем. И они как голодные псы, как коршуны, наваливались на это блюдо и начинали клевать и рвать на части. Так, картошечка наша готово. Вот так вот. На сковородочку. Андрюшенька, прибавляй огонек. Угу, прибавил. Так. И пускай она потихонечку обжаривается. Так. Но какая же жареная картошка может быть без лука? 2 луковки. Я постарше, мне побольше, тебе поменьше. Хопа, хопа. Так. Пошинковали лучок мелко. И помнишь, как? 3-й. Пошел. Так, Андрюш, можешь не ходить. Возьми перчик, почисти его внутренности и начинай его крошить. А я займусь делом. Я помешаю нашу картошечку. Вот она уже слегка начала шкварчать. Как у тебя дело идет? Идет. Овощи мытые? С таким шефом, да, смотри, конечно. Птичий гриб по улицам бродит. Так, и 3-й пошел. Мы туда отправляем лучок. Отправляем лучок и перемешиваем вот так вот. Картошечка вместе с лучком будет даже не жариться, а припускаться. Такая жареварится. Так, да. Режем помидорчики. Помидорчики режем
тоже достаточно мелко. Вот так вот. Поскольку у нас это все как бы основа нашей будущей ухи на сковородке. Все это будет наше мясо, а мясо будет у нас прекрасное, рыбье мясо. Ни капли водички не будет, а будет только сок, сок овощной. Представляете, вот это, простите, слюнки пошли. А кто у вас в основном дома готовит? Жена, повариха, сам? Я готовлю только для друзей, ну, когда кто-то приходит. Ну, то же самое и я. А то, что дома ем, это готовит жена, если мы вдвоем или я. Иначе зачем она жена, если не готовит? Так, ряд мелких услуг. Дело. Да, особенно я... более связано с мангалом, с казаном. Ну, конечно, все это такое мужское дело. Конечно, эклеры, печь. Кстати говоря, вы знаете, что у меня в моей передаче, у меня все блюда удавались. Вот все, у меня не было ни одного, как говорят интеллигентные люди, фуфла. Ни одного не было, так что, чтобы сделать блюдо, оно не получилось, а там, как вкусно, а на самом деле, все, кроме одного, у меня не получились только эклеры, они должны, я не вовремя открыл духовку, они из таких красавцев, они такие вот, и я их достал, я честно, вот можно было пойти в магазин, купить эклеры, и смонтировать взять, но я честно, я взял, достал, сказал, вот какое получилось. Сами понимаете, что некрасивый, но все равно вкусный. Владимир, пока там вы занимаетесь этим делом, сделаю вам свой коктейль молочный. Ой, Андрюш, я помню, это не молочный с клубникой? Да. Ой, я его с тех пор не могу забыть. Потрясающе, вот это ты меня уважишь. Это, кстати говоря, ты знаешь, хочешь верь, хочешь нет, я ни разу своих передач не делал. Нет, делал один только. Коктейль похмелил, я его назвал. Так, вот у нас клубника. Да. Клубника, к сожалению... Ой, посмотри, что у тебя. Вон, вон. Клубника, к сожалению, не с дачи. Ну, потому что зима. Так, мы туда. Кидаем. А это что? Мороженое. Мороженое? Да. Это коктейль. Да, пены. И добавляем немножко сиропа клубничного. Сироп. Чтобы все-таки немножко был послаще. А ничего более существенного тогда не добавляется? Нет, добавить можно. Добавить еще можно. У вас сегодня спектакль. Для этого нужно действительно, наверное, очень хорошего качества молоко. У нас натуральное молоко. Да. Это вы же знаете. Это я знаю. Да, такого молока, как у тебя, я с детства не пивал. Это я говорю абсолютно серьезно, как говорят интеллигентные люди, без фуфла. Пробуйте. Чего пробовать? Его пить надо. Чего пробовать? Удовольствие близкое к половому. Сейчас мы это все сдобрим перчиком и солью, что называется, по вкусу. Так, перчик. Подсветочкой, чтобы не переперчить. Так, и сальцы. Соль, лампочка перегорела. Ну ничего, чтобы пересолить. Переходим к основному компоненту. Вареник. Так, давай ты займись осетринкой, а я судачком. Угу. Будем резать его, Андрюшенька, вот так вот, а потом мелкими ломтиками, вот такими тоненькими, угу, в пол пальца толщиной. И то же самое мы делаем с судачком. Владимир, а все-таки вопрос, можно телезрители же? Да. Очень хотят много узнать. Давайте. Даже таких банальных там вещей, как вот любимый фильм. Мой? В котором, конечно, вы снялись. Андрюш, какой у тебя любимый палец или любимый из детей? Нет уже этого, нету. Каждый дорог по-своему. В одном очень понравился сценарий, но был отвратительный режиссер. В другом... Плохой режиссер, плохой сценарий, но с такой девушкой познакомился. Третий фильм.
хорошо заработал. Четвертый фильм и так далее. Но каждый фильм чем-то дорог. Ну, конечно, тем не менее, это я так кокетничаю и шучу. Есть любимые. Я, например, я очень люблю без ложной скромности свою работу в фильме «Графиня де Монсоро», где я играл монаха Обжору, если помните, Грантло, брата Грантло. Я люблю очень фильм Марка Захарова, где я снимался, тот самый барон Мюнхгаузен. Кладем через кусочек, будем класть. Вот так вот сверху кусочек судачка, кусочек осетринки, кусочек судачка, кусочек осетринки, кусочек, кусочек. Салим перчим, да, и еще слой. Вот мне интересно, насчет книг. То есть уже скопился такой опыт, что нужно было его излить. Насчет книги моей? Да. Книгу я написал «Лакомый кусочек моей жизни». Конечно, это связано и с моей передачей. Там у меня около 100 рецептов, по-моему. Самое главное для меня было рассказать немного о себе, о своей молодости, о своих друзьях, о своей жизни. Очень такой, как ты знаешь, непростой. Я прошел от правительственных банкетов до штрафного изолятора Лефортовской тюрьмы. Все в моей жизни было, и я кое-чего из этого написал. Там отрывок из моей повести, которая называется «Полный писец». Вот, есть рассказы о друзьях, о съемках. Зелень. Так, вот она, наша красавица. Ты позволишь, я ее на стол поставлю? Конечно. Вот она, наша красавица. Уха на сковородке. И вот она, наступила святая святых. Минута. Андрюшка, я за тобой поухаживаю. Красиво очень. Я у тебя в гостях. Так. А теперь себе отвольного. Поменьше овощей, побольше рыбки. Так. Нет, это я шучу. Здесь все несравнимо вкусно. Несравненно вкусно. Так, смотри, это хорошая фантазия. Да. Смотри сейчас, Андрюша. Будь здоров, Андрюшенька. Счастья, здоровья и вам, мои дорогие. Взаимно. Потрясающе. Но чтобы не мучить зрителя, я хочу подарить тебе мою книгу. Вот она. Так. 60 лет с ложкой. Так. Я хочу написать тебе несколько слов. Спасибо большое. Владимир. Обещай только одно мне, что прочтешь. Обязательно. Обязательно сегодня же. Наш традиционный подарочек свежей продукции с Ягодной Поляны. Попробуйте сегодня. У вас сегодня еще ответственный момент. Я не знаю, начнешь ли ты сегодня читать мою книгу, но то, что я начну сегодня же с этим расправляться, это я тебе обещаю. Всего вам доброго. Спасибо большое за внимание. Ну, а мы продолжим наш ужин со сливками. Спасибо. Продолжение следует. Генеральный спонсор программы – молочный завод «Атикс». Только натуральная и только свежая продукция. Телефон для участия спонсоров в программе «Ужин со сливками» 46 83 46.